времени мы достаточно внесли полностью 9000 гектаров листовую подкорму делаем. На следующий год хотим в каждой фазе вегетации опрыскивать листовую подкорму. Я думаю, она свои эффекты. А так, в этом году мы полностью распланировали зерно-заготовое хозяйство. Гектар мы на европейском уровне сделали. Три семенных линии. Пять комбайнов, они суплитинги, но оба лучше, чем агросы, однозначно. Точно. За 80, 98. Валите из комбайнов, который будет посчитан. На этом поле контрольное было 32,5. Столько труда, как бы, безвозвратно, да, безвозвратно. Кенде информация барабас, пожалуйста, жилые шкатулки, винбранчи, программа такую, как бизнес, был он дидемен, он алтарен, а зимой был все, аршвары, критикальные брюки, когда себя без кое-как выручить от егерма мигать крига, потому что зимой вырентра бертунного юара бирауш, тем более семенное хозяйство уже везде, уже везде, акбарста, бизнес, семенный завод, и хару пожалуй, мы даже запасы под нарывар, и перед сатова, пият, там он была за счет семян яшеля практически, за счет семян яшеля, даже и все чекендеры для чашми, за счет семян выгодны, чекендеры для чашми, кроме говоря, борочку ЛД, хайру пуджалык, а тем более чашерга не ниже первой продукции, не ниже. Элитные, субэлитные семена не ниже, тем более сортовый участок надо сделать. Вот.